Приобрести этот или любой другой интересующий вас товар по цене ниже, чем у производителя, вы можете, просто написав нам на Viber или позвонив по телефону, указанному в описании к данному видео. Все цены на нашем сайте anticrisis.com представлены без учета скидки. Это не рекламный ход, а лишь требование производителя держать рекомендованную розничную цену. Напишите нам, и цена вас приятно удивит. Также, помимо самых низких цен, мы предоставляем нашим клиентам копию заключения эксперта о непринадлежности товара к холодному оружию. Данные документы есть к большинству продаваемых нами ножей. Приятного просмотра. Следующий на нашей распаковке — это вот такой компактный туристический топорик под кодом DA201. Выставляется в чехольчике. Здесь у нас идет крепление под ремень. И здесь у нас идут защелки, которые фиксируют ваш топор, чтобы он не выпадал. Это первая. И вот такая вторая. Чехольчик сразу уберем в сторону. И достанем наш топор. Как, в принципе, и все топорики этого типа, поставляется немножко промасленный, но это не критично. Топорик увесистый, не маленький. Сейчас мы с вами замерим примерные его размеры. Это 29 сантиметров. Толщина стали здесь порядка 3,7 до 4 миллиметров, наверное, даже. Топорик очень увесистый, тем не менее сбалансированный. Немалых размеров. На рукояти у нас идет обмоточка. Здесь у нас идет своеобразный, нельзя его серрейтором назвать, как пила, как мы видели на некоторых видеообзорах этого топорика из Китая. Ее отлично используют для подпиливания или срезания древесины. Ну и топорик сам тоже, в принципе, увесистый, удобный. Здесь есть двухсторонний небольшой упор. Он идет цельный, рукоять у нас одно целое с лезвием, поэтому сломать его будет тяжело. Вот такой компактный топорик.